Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет средства и на капитальные ремонты в многоквартирных жилых домах. В этом году Ноябрьск стал единственным городом региона, который по адресной программе капремонтов получит дотации с федерального бюджета. На эти деньги будут отремонтированы 7 многоэтажек, еще 10 по окружной программе софинансирования. Подробности в следующем материале выпуска. Улица Ленина – место самой глобальной перестройки. 4 из 17 запланированных в общей сложности домов будут отремонтированы именно здесь. Капитального ремонта строения за номерами 4, 8 и 16 не видели вообще никогда. Это, можно сказать, советское прошлое и настоящее. А вот будущее этим общежитиям прочат иное – современное. Причем, что именно изменить, решают сами собственники. Мы проводили опрос на собрании и утверждался перечень работ, самых необходимых, которые нужно в первую очередь выполнить. Определили, что требуется ремонт крыши, канализации, сетей у нас, водоснабжения. Практически те же виды работ проведут, к примеру, на Дзержинского 25, 13 и 31. Правда, в первом из перечисленных домов собственникам за сие удовольствие придется платить меньше. Он, как и дома на Ленина, включен в окружную программу софинансирования. 13 и 31 дома ждет ремонт на деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ. Разные программы, разные затраты. В первом случае доля собственников может составить от 5 до 10%, во втором не менее 15%. И это обязательное условие для участия в адресной программе капремонтов фонда. В денежном эквиваленте на одного собственника по окружной программе ляжет сумма примерно в 12 тысяч рублей, по федеральной – порядка 35 тысяч. С каждым собственником заключается договор об оплате вот доли за капитальный ремонт. И в этом договоре может быть предусмотрена рассрочка платежа, то есть в квартплату ежемесячно будет включена определенная сумма за капитальный ремонт. 101 миллион рублей – такова общая стоимость ноябрьской программы капитального ремонта по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Чуть более 20% из них – 23 миллиона – средства федеральные. Доля регионального бюджета – более 63 миллионов. По окружной программе дотации – свыше 104 миллионов. Причем изначально эта цифра была более чем в два раза выше. Первоначально было выделено округом нам 200 миллионов. Но потом произошли изменения, и нам урезали сумму до 92 миллионов окружного софинансирования. Пришлось переделывать, пересматривать критерии отбора. Было заседание комиссии, пересмотрены список домов и отобраны те дома, которых ремонт в первую очередь необходим. В общей сложности в программах капремонтов принимают участие почти 2000 жителей города. Согласно графику, в начале августа строители должны приступить к работам. Усилиями региона и муниципалитета, федерального фонда и просто жителей Ноябрьска отремонтированы будут более 35 тысяч квадратных метров жилья. Татьяна Заозерная, Кирилл Мигель, Анатолий Брисич. Новости нашего города.